Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуко Фэмили, и мы сегодня, надеюсь, допройдем такую игру, как Чоп-Чоп Зубы на Крючок. А в прошлой серии мы бегали с блогершей по храмам, поэтому что будет сейчас, мы узнаем, и надеюсь, в этот раз мы Лёху найдем. И загвоздка, точнее развязка, будет уже скоро. Всем приятного просмотра, делайте чаёк, кофеёк, а мы этой ночью будем пугаться. Погнали! Музыка тут бомба. А, ну да, типа Маргарита. Ого. Нифига себе. Сделали ловушку к мотоциклу. Про это и забыл. Так, это получается мы обратно едем, да? Так. Серьезно? Ага. Прикол. Музычка, музычка, так.
опять болтовня. Интересно. Что, собственно, это происходит? Воды. Интересно.
Так. Thank you.
Весело. Паузу, ребят. Подождите секунду. Так, нужно было отойти немножко. Извиняюсь. Thank you.
условия другие. Интересно. Интересно.
О, последний день. Бесплодная земля, опять Элиот. 15 января, значит. Ага. Извиняюсь. Так. Это значит 5 января где-то прибыл Лёха, да? Чего? Посторонний. Странно. Сейчас узнаем, кто забрал мотоцикл Маргариты. Thank you.
у нас выбор дается. Нифига себе. Вот это, конечно, нежданчик. Три выбора. Вернуться, попытаться избавиться. Ну давайте все три выбора посмотрим. Thank you.
Нифига себе, прикол. Помню это, помню. Thank you.
Thank you.
весело. Ну это понятно, что идея, текст, фоны, персонажи, код Анастасия Ерёхина. Павел Пичугин. Прикольно выглядит чел. Гитара. Алексей. Ого. Саксофон даже. Владимир. Интересно. Татьяна Чеботарёва. Прикол.
Интересно, это значит плохая концовка, да? Были, конечно, предположения. Так, а вернуться... Ну, попытаться избавиться, это, наверное, хорошее. Так, а что будет, если... Давайте попробуем вернуться. Что будет? А, и понятно, все так же, да? Ну это мы все знаем. Thank you.
подставили, короче, Макса. Опять покажут тот день, что ли, да? Если не пропускать, допустим. Блин, надо было пропустить. Да, это мы все, в принципе, видели. Надо было реально пропустить. Я же это все видел. Ладно, я сохранюсь здесь. Попробую это пропустить. Что-то быстро пропустил секунду. Так. Это мы все знаем. Понятное дело, что это тоже плохая концовка. Макса, походу, подставили, да? Так, ну вторая концовка, походу, та же, да? Сейчас посмотрим, какая третья концовка будет. Так. Погнали.
Так, ну смотрим третью концовку. Третья концовка. Попытаться избавиться от духа, получается, да? Так, а это что значит? Откуда я должен знать, как это делать? Инструмент.
чё за прикол? Ну это понятно. Понял, мы что, не тот выбор, что ли, сделали? Ничего не пойму. А что надо было дать? Да это понятно, ё-моё. Стоп, я немножко не пойму. А если загрузить? Морскую раковину, что ли, дать? Допустим. Чё, сигареты надо было, что ли? Чё, тоже плохую концовку, что ли, получил? Неужели пачка с одной сигаретой? А, серьезно? Так, а куда мы приплыли?
Окей. Скорее всего, тут будет то же самое, наверное, предложим, да? Это те события, те самые, которые он сделал. Оу, что это такое? 17 января.
ну-ка. Ага. Вы получили хорошую концовку. Для русских вполне неплохо развили сюжет. Мне прям, в принципе, зашло. Сейчас дойдем до меню. В принципе, хорошая концовка сделана неплохо. То есть, получается, Макс увез кувшин, но теперь перенес проклятие на другое место, не на отель. Маргарита уехала, видимо, с мужем. Вот, Макс уехал благополучно. На самолете Борис, этот убийца, начал заниматься блогом. Алексея никак не спасти. Видимо, вот эти события, они все равно происходят, потому что сын Бориса ненавидел одну вот этого отца неродного. В принципе, игра вышла неплохой, мне вполне понравилось. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Для русского проекта это вполне круто, неплохо, интересно. И то, что пришли маленькие буддисты и все по кругу, пошло, развязочка неожиданная, довольно круто сделано. Ну а с вами был Казоку Фэмили, мы не прощаемся, будут еще интересные проекты. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки, не забывайте советовать другим. Мы общаемся, проходим интересные игры, то, что могли пропустить другие. Где Казуко Фэмили, там и хорошее настроение, и юмор, и общение, и, конечно же, интересный материал. Ну, а всем всего хорошего, всем удачи, всем пока-пока!